Я сам себе начальник, я сам себе и подчиненный. В чем вопрос? Я как директор, я сам себе ничего не плачу. Как я могу сам себе что-то платить? Зачем? Да, записываю. Поговорим. Да. Ну, опять же. На самом деле, они лежат нахуй, все, не более того. Мы решим. Тоже сядь. Ноги убери, ноги. То есть так вот ходили, да? Да. А вот это тоже такая же, да? Нет, ну хорошо. Потяжелее, да, можно? Можно. Вот что можно. Ни за что такие наказания. За то, что, конечно, с программой? А кто это применял, решение принимал, что так надо воспитывать? Руководство. А есть имена руководства? Борис. Аслан. А волонтеры, которые делают? И тут. И волонтеры, которые, да? Да. Давайте снимем что-то. Да, что-то с вами ставить так долго. Шины носят, ребят. На эко. Вот это еще можно добавить, да? Ну, немножко подходит. Вера подходит, да? Да. А как там? У вас сосновая вторая была. Сосновая, да, вообще. То есть в лучшем случае, если 3-4 утра ляжут, то если поспишь, то на хашку. 3-4 утра? А то в сутки получается по 4 часа максимум? Да, люди кафе сутки. А как, и будет или что с ними делают? Будет холодной водой делать. И чтоб не спали, да? И запрещено среди дня садиться, так понимаю, на кровать? А вот говорят, что там все руки связывали чем-то, там ходили за веревочку. Да. Это, то есть все, кто находится здесь, называется семьей, правильно? Да. И если кто-то провинится, соответственно, ручки связываются, да, и как? Ручки связываются, и они ходят целый день или там неделю, в общем. Ходить и в туалет, и на прием пищи. И спят даже. И спят даже, да. А вот шины, которые вот здесь представлены. Вот они носят провинившие. Вот эти вот шины? А да? Каким образом? Тоже на шины, что ли? Нет, вот так вот хотел. И целый день ходит. Это с двумя? С двумя ходит. А если вот уронил или отказываешься что-то делать? Меня два раза купали от получаса до часа. Под холодной водой? Под... Полностью как бы нагишом? Полностью голый в ванной, под холодной водой, голову влить от холодной воды. А контроль кто осуществляет? Волонтеры, чтобы не было? Волонтеры, стажеры. И стажеры тоже? А вот разговоры с родственниками как происходит? И просто тоже некоторые поясняли, что определенные фразы нужно говорить, что у тебя все хорошо. Да, да, люди говорят. И я ни разу не звонил, но люди говорят, ни в коем случае не говорит, что вас. И все на громкой связи, да? Все на громкой связи, да. Если кто-то не так сказал, последствия. Наказание для всей семьи или для одного? И для всей семьи. И для всей семьи. А еще что использовалось в качестве вот таких атрибутов? Говорят, кто-то дверь что-то там надо. Двери носит. А, то есть снимается все. Снимается двери, целый день носит двери. День, туда, два, сюда, три. Да. Везде вообще. Целый день. И спать рядом с собой ставят? Ставят рядом, да. Как вы думаете, помогает? Нет. И выпускать, и выпускать не выпускает такой. Да нет, какой выпускает. Нет, конечно. А, короче, вы находитесь здесь практически в тюремном заключении. Я хуже, по-моему. Ну а сами считаете, это вообще может быть такая программа помочь реабилитироваться? Вы добровольно здесь находитесь? Нет. Меня похитили. Похитили вас? А попытки побега какие-нибудь были? Попытки побега какие-нибудь бывали? Я думал, да, но тут невозможно. Кто-нибудь реализовал попытки побега? Нет. Вообще ни разу? Ну,
если что-то сделал, то есть везде волонтеры твои. То есть даже не обсуждались попытки? Ну, у меня обсуждались. После этого вас наказывали? Кто-нибудь докладывал о том, что у вас попытки были, обсуждения? Да. И после этого последовали наказания? Да. Да, я звоню, поясняется, то есть, что не стоит, короче, просить забрать отсюда, то есть... Родственников. Да, потому что вы можете не лелеять свои надежды, с ними работают то есть, именно специалисты психологии, которые ну, донесли все, что вы можете ну, попросить так, забрать, да, так, ну, таким образом, чтобы ну, вас просто не слышали, короче, так что можете, ну, если хоть одно слово проронится, то есть, ну, вы пожалеете об этом, последствия серьезные. Вот эти высказывания все. По ты еще раз переписываем. В тетрадь, да? В тетрадь, да. А на потом... листочке даем им. Покажи по кастрюлю, скажи, как мы едим эту кастрюлю, да если накосячим на кухне. А, и если кто-то не прав, то есть варят кастрюлю в перловке, садится в центр и ест, то есть рвет его, ест, рвет, пока все не съест кастрюлю. 4-5 часов он ест ее. Информация на другого человека. Я подаю информацию о негативном поведении, то есть о плохом его поступке, допустим, там, не смыл за собой в унитазе, не заправил кровать и тому подобное. Здесь же, допустим, это я, это кто-то другой, это наоборот, допустим, там, я иду в курилку, у меня нет сигарет, там, у меня угощают сигареты, это по чувствам, там, меня вызывает, там, дружелюбие, там, туда-сюда, ну, короче, хорошее, плохое. Короче, все.